4. Здравия желаем, уважаемые гости! Гости к мальчишкам, отдыхающим в лагере «Патриот», приезжают нечасто. Да и времени на дружеские посиделки у них нет. День расписан практически по минутам. 7:30 – подъем, зарядка, гигиенические процедуры, общий сбор, завтрак. И далее до самого обеда занятия с инструктором. Сначала мальчишек такой режим озадачил, но уже через пару дней пребывания в лагере настоящих героев они оценили все его достоинства. Во-первых, это военный лагерь, здесь учат дисциплине только мальчики, и мы надеемся в будущем, что мы станем настоящим дружным семьей. Мы в основном учились построению, дисциплине. Военной подготовке немножко научились, ну, вскоре уже можем как в армии. Молодым людям очень нравится, и они понимают, что к чему, для чего это нужно и почему. А как бы во всех лагерях обычно действует правило о том, что мы не наказываем физически, то есть не заставляем приседать и так далее. Мальчики, наоборот, просят, чтобы их уматывали и заставляли приседать и отжиматься. Один отряд уходит в точку заданную, второй отряд остается здесь со своим связистом. Ваша задача – установить связь между собой. То есть два к одному, один к одному. Два к одному вызываем корреспондента. Сделать так, чтобы одна группа отдыхающих услышала другую с помощью радиосвязи, совсем не то же самое, что отправить, например, СМС. Сложнее, а значит и интереснее. Юноши приехали в лагерь разные. Одни уже что-то умели, а другим пришлось всему учиться. Здесь подтягиваются все, достаточно активно все работают. Те, кто более опытный, помогают менее опытным, и все достаточно дружно у нас тут учатся всему. Так как инструктора у нас квалифицированные, им есть чем удивить и подготовленных ребят, и неподготовленных, ну и, соответственно, этим всем заинтересовать. Инструкторы лагеря в прошлом – люди военные, в настоящем – участники военно-патриотических объединений. Приехали в Одинцовский район из Ижевска, Казани и Москвы. А это уже другие занятия, тактические. Здесь мальчишки учатся видеть дальше своего носа, то есть замечать, что происходит слева, справа, спереди и сзади. А это важно не только для тех, кто мечтает стать военным. В жизни такой навык тоже пригодится. Мы, в принципе, не учим молодых армейцев. Мы готовим в первую очередь гражданина, тех людей, которые будут социально активны, которые будут представлять нашу родину, когда мы с вами уйдем на пенсию. То есть наше следующее поколение. Во вторую очередь мы готовим патриота. И только в последнюю очередь мы готовим уже тех людей, которые, возможно, когда-нибудь будут стоять в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Кроме этого, юношей учат пользоваться компасом, собирать, разбирать автомат и многому другому. Эта смена в «Патриоте» всего 5 дней, а отдыхающим уже есть чем похвастаться. Я научился разбирать автомат Калашникова, научился дисциплине, научился понимать и уважать своих товарищей. Полностью освоить курс молодого бойца отдыхающие должны всего за 11 дней. Итог смены – глобальные учения, на которых они смогут доказать, что проведенное в лагере «Патриот» время было потрачено не зря. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».